Реализация масштабного проекта реконструкции идет полным ходом в Ленинском районе. Благодаря участию местных жителей в программе «Инициативное бюджетирование» в скором времени в квартале 14А былой облик обретет расположенный здесь между домов парк, а также прилегающая к нему территория. А началось все с одного звонка в телепрограмму «Времечко». Я сегодня даже подняла времечко, думаю, когда же я выступала, давала интервью по поводу сквера металлургов. И тогда вот поступил звонок от жительницы вот этого именно, ну, именно говорила она про этот скверик, который вот тоже существует, и надо обратить внимание. Я на второй же день поехала сюда. Когда я увидела, что здесь только не только скверик, а надо вообще все, весь этот микрорайон бы сделать. Так началась история масштабного проекта. Сначала речь шла о пролете между домами от улицы Уральской до Менделеева. Однако группа специалистов, местная управляющая компания и представители КТОСа решили расширить проект, захватив территорию между площадью Горького и улицей Строителей. Созданный проект был представлен конкурсной комиссии по программе «Инициативное бюджетирование». Мы защищали этот проект. У Морозова. Да, защищали проект, рассказывали все. Здесь будет этот клумба, вот здесь, лавочки, фонари. Конечно, всех удивила сумма, порядка 50 миллионов. То есть еще инициативного проекта на такую сумму еще и не было. Когда мы, если, может быть, вспомните, 12-й участок, 22 миллиона, мы и то были самые такие крупные на Челябинскую область. Здесь вот 50. В ходе начавшихся работ обнаружили и проблемы по части теплофикации, которые предстоит привести в порядок колодцы. И все же главная задача проекта – сохранение исторического облика района. Потому на месте разрушенных парапетов появятся новые, облицованные камнем, как это было при застройке. Будут новые ограждения, вот они точно такие же, но из плетника, без всякой этой штукатурки. Кто-то заштукатурил, и не видно, из какого камня все это сделано было. И все уже развалившееся было. Активно восстанавливают и внешний вид самих домов силами управляющей компании и рекоператора. Кроме того, приведут в надлежащий вид зеленые насаждения. Появятся в соответствии с требованием времени и новые парковочные карманы. Сюда приходят гости города, приезжают, которые потом свадьбы здесь фотографируются, старый район, и дети приходят из студии, рисуют рисунки, тут все такое. И вот я бы хотел благодарность сказать нашему администрации Ленинского района, главе Елене Гарифовне, потому что она неравнодушна, она вот помогает, и она сама ходит, смотрит все. И а жители нашего микрорайона прошу, чтобы активно участвовали вот в этих программах. Завершить все работы планируют к осени. Елена Старостина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН.